Здравствуйте, с вами интернет-магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас идет обзор и набор инструментов Top Tool. Это профессиональный бренд, профессиональный инструмент производства Тайвань. Имеет массу положительных отзывов от автолюбителей, также автомастерские, которые пользуются инструментом Top Tool. Сегодня у нас в видеообзоре автонабор инструментов, код товара GCAI-130B. Набор состоит из 130 предметов. Поставляется вот такой вот упаковки из картона. Здесь перечисляется преимущество данного набора. Правда, здесь все на английском. С обратной стороны комплектация и где изготавливается данный набор. Главной особенностью набора есть то, что здесь вместе с метрическими головками, обычными шестигранными, представлены головки дюймовые, то есть для американских автомобилей обычно берут, это автомастерские, но также и автолюбители покупают такие наборы. Здесь вот метрические головки и головки дюймовые. Далее я их покажу. Начнем с трещоток. Три трещотки, три рабочих квадрата. 1/4 дюйма, 3 восьмых, маленькая средняя трещотка, 1/4 маленькая и 1/2 это большая трещотка. Трещотки на 36 зубьев, то есть силовые идут. Есть флажок переключателя право-влево, быстрый сброс и фиксация головки. Длина трещотки под 1/2 дюйма 270 мм. Длина трещотки под 3 восьмых дюйма 200 мм и маленькая под 1/4 150 мм. Рукоятки здесь полностью пластиковые идут. В руке лежат удобно. Логотип Top Tool на пластике. Но здесь не краской написано, а буквы именно впрессованы в саму рукоятку. Номер по каталогу на металле. По этому номеру вы можете найти данную трещотку или любую единицу инструмента в наборе вот в таком вот каталоге Top Tool. То есть это обозначает то, что у вас инструмент оригинальный. Такой же каталог вы можете скачать в PDF-формате в интернете. Далее, отверточная рукоятка, длина 165 мм, ручка пластиковая, также здесь номер есть, логотип. Данная отверточная рукоятка применяется или с головками под 1/4 дюйма, вот такая вот, или через переходник сюда вставляем биты и получаем отвертку. Две свечные головки 16 и 21 мм. Внутри есть резиновые вставки. Три кардана для работы в труднодоступных местах. Карданы на заклепках черного цвета, то есть они усиленные идут, хромолиденовая сталь. Есть карданы также на винтах, обычные вставки металлические, здесь они полностью на заклепках. Удлинители 3 восьмых дюйма, у нас идет два удлинителя 150 и 75 мм. Под 1/2 дюйма у нас 250 мм и 125, два удлинителя. Под 1/4 у нас один удлинитель 55 мм, маленький. Биты. Под 1/4 у нас биты идут в таких вот битодержателях пластиковых. То есть можно использовать отдельно от набора. Они используются с переходником, адаптером. То есть вставляете нужную биту и подсоединяете или трещотку под 1/4, или отверточную рукоятку. Общее количество бит под 1/4 дюйма 21 штука. Какие здесь биты идут? Торкс с отверстием и шестигранные. Крестообразные шлицевые, под 1/4 бит нету. И биты, которые идут с адаптером под 1/2 и под 3 восьмых, общее количество 17 штук. Здесь торксы, торксы шлицевые,
и крестообразная. Они идут с битодержателем. Далее, головки торкс. Общее количество 12 штук. Самая маленькая Е4, самая большая Е20. Головки дюймовые. Вот этот вот ряд. Сбоку идут. Общее количество 20 штук. Дюймовые головки от метрических отличаются. Метрические у нас в наборе идут матового цвета. Дюймовые идут глянцевые. И головки метрические, общее количество 25 штук. Самая маленькая у нас на 4 мм, самая большая 32 мм. Весь инструмент, не только этот, весь инструмент топ-тул, набор инструментов идут, обычно когда они новые, идут в заводской смазке. Поэтому небольшое количество смазки есть на каждой единице инструмента, то есть остается на руках. В верхней крышке у нас набор ключей, 12 штук по размерам, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21 и 22, самый большой ключ. Форма, видите, здесь немного изогнутая, рукоятка здесь уже, потому что есть ключи с широкой рукояткой, здесь рукоятка узкая и ключ немного... где рожок немного отогнут вниз. То есть очень удобно держать в руках. Очень хорошая полировка инструмента. Надпись TOP-TOOL. 22 это размер и номер по каталогу. AAEW2222. Лично 22. Далее головки длинные. Общее количество 8 штук. Самая маленькая у нас на 8 идет. И самая большая на 17. Воротков в данном наборе нету. Ну и головок длинных, вы видите, здесь всего лишь 8 штук. Основной акцент делается на метрические короткие и короткие дюймовые головки. То есть набор дюймовый. В верхней крышке инструмент очень хорошо держится. Наконец-то защелкивайте ключи до конца. Закрываем крышку. Без проблем, все остается на своих местах. Покрытие инструмента матовое. За исключением головок метрических и дюймовых, они идут глянцевые. Материал изготовления хром, ванадиевая сталь. Гарантия на наборы топ-тул пожизненная, кроме бит. На биты гарантия не распространяется. Вот. Это расходный материал. Теперь по кейсу. Кейс у нас пластиковый, вес набора 10 кг, ширина 48, высота кейса 9, длина 34 с рукояткой, запирание набора на пластиковые замки. Замки пластиковые идут, но здесь высокое качество, и сами вставки, на которых держатся замки, металлические. Логотип TOP-TOOL на самих замках. TOP-TOOL на верхней крышке, видите. И вот здесь вот такая вот идет наклейка еще дополнительно. Также на наборе присутствуют на кейсе вот такие вот ножки, чтобы исключить соскальзывание набора, допустим, со стола в автосервисе. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на канал. За подписку получайте хорошие скидки в нашем интернет-магазине. Спасибо, до свидания.